대한민국 강경화 장관님을 비롯한 중앙아시아 5개국 수석 대표님들께서 입장하고 계십니다. 중앙아시아 수석 대표님들과 대표단 분들께 거듭 감사 인사를 드립니다. 제13차 포럼은 코로나19로 인해 대면 회의가 어려운 상황임에도 불구하고 중앙아 대표단을 직접 모시고 проходящий сегодня форум сотрудничества Республика Корея, Центральная Азия доказала свою проблематику международного мира. Хочу вновь подчеркнуть, что Туркменистан сотрудничество в рамках форума сотрудничество между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Планированный формат этого заседания представляет хорошую возможность для всестороннего рассмотрения актуальных вопросов на территории Кыргызской Республики, проектов между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Хотел бы особо отметить... 제13차 한중앙아 협력 포럼 공공보건 세션에 참석해 주신 코로나 대응에 대해서 소개할 수 있어서 영광으로 생각합니다. 전 세계적으로 공공보건에 Также хочу поблагодарить наших... Меня зовут Азат Авезов, я являюсь начальником Центра общественного здоровья и питания. Коллеги мои из Центральной Азии, благодарю вас за организацию. 여섯 분의 연사가 있고 10분씩 발표가 있을 예정입니다. 한국 공영 방송입니다. 방송과 인터넷을 통해서 학교 교육을 보완하고 교육을 전문으로 하는 교육 방송이 그 발전. Добрый день всем участникам. Рада мы довольно-таки очень большой. Был разработан специальный приказ, где были прописаны. Сегодня у нас тоже презентация, маленькая презентация и охват молодежи профессиональной. Поблагодарить вас за организацию такой международной площадки, где можно... Позвольте в первую очередь выразить слова искренней благодарности правительству Республики Корея, а также организации. Как известно, цель обеспечения непрерывности образовательных процессов. 지금부터는 토론으로 진행하고자 합니다. Народного сотрудничества и привлечения инвестиций. Не смогли, как бы так сказать, получить... 표준화 세션에 참석하여 주신 한국의 국제 표준화 비전을 어제 기준 전 세계적으로 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Показал структуру Владимирского центра. Здравствуйте, уважаемые участники 13-го форума сотрудничества. Меня зовут 14 тысяч по направлению в настоящее время национальный фуд стандарт. 어떠한 주제라도 괜찮으니 오신 것을 환영합니다. 네, 만나서 반갑습니다. 그린 뉴딜을 위한 지역 협력의 주제로 진행하겠습니다. 우선 발표 내용을 가장 우선 순위를 가능한 범위 내에서 제한 사항들이 반영될 수 있도록 노력할 한번 새로운 도약을 하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.